Так, йо, всем привет, с вами Новцы, вам Divinity Original Sin. Тут подсказка. Вода, земля, воздух, огонь. А, блин, ха, заметил. Вода, земля, воздух. Так, стоп, давайте. Что это за кто? Да. Земля. Воздух. Огонь. В смысле, фильтр по умолчанию. Че такое, как-то его вырубить? Так, стоп. Молчание, все фильтры включены. Не понял. А где диалог в это? Так, стоп. Что за дичь? Давайте еще раз. Здесь же должно быть что-то, отображение того, что происходит. Я не понял, я что, опять каким-то макаром все? Вот это похоже на воду. Вода. Земля. Воздух. Огонь. Heard any good tales, my friend? Я видел, что это надгробие, я как бы попытался бы решить. Ладно, с этим мы пока ничего не поняли. Загадку, в принципе, там мы разгадали. А что дальше с ней делать? Ой, элементали. Так, ускорение. Хотя. Иди сюда. Иди сюда. Жди. Так, ты дымовую давай кинем. Отлично. Так. Мне нужна защита от огня, да, наверное? Я пока не буду. Иди пока сюда. Так, что у меня есть? Так, так. Блин, тут будет дождь какой-нибудь накастовать, потому что им огонь, походу, вообще плевать. Ты куда пошел? Стоять. Так. Шух.
отлично. Отстой. Так. Три. Умри. Так. Стена. На, молодец. Тепло, тепло, тепло. Но здесь мороз, и этот горит. Воу. Собаки. Наложение эффекта кровотечения. Он невосприимчив. Ну да. Ожидаемо. А, я же хотел гранату кинуть, блин. О, у меня еще 5 есть. Прости, друг. Так. Заморозка. Пунк. Минус. Призвать его я не могу. Здесь делать ничего особо не могу, да? Так, у меня что это? Жезл земли. Ай! Опа, я уйти не смогу, да? Так, что я могу тогда сделать? Чуваки, извините, вам будет больно. Фак. Я не могу. Аватар Мороза. Воскрешение, аватар Яда. Фак. Волка призвать я не могу, да? Мне ничего не остается, кроме этого. Ай. Да ладно.
Ты издеваешься? Цель невидима. Так, ну давай еще раз попробуем. Отлично! На, конечно, слил я дофига всего себе. Ну и да ладно. Так, давай пока все наберем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, минус мороза. Какие-то грибочки. Я когда-нибудь пойму, что с ними делать. Все оттаяло. О, еще сундук. 3 и 39. Так, давай думать. Этот скинь ей сразу. Грибы без понятия. То есть волка надо вызывать до боя, да? Это, по-моему, мне надо найти что-то. 28. Ты пока у себя подержи, продашь. Ну, вроде как, все, да, получается? Так, это, походу, зеркальная пещера, да? Стоять! Ты можешь остановиться-то, а? Эй, тут поблизости есть еще одна такая же проблема. Точно может быть то, что мы делаем здесь, отражается там. Кто ты? Таинственный враг. Что за лажа? Ава! Единственный враг. Что ты такое вообще? Давай-ка мы тебя выбьем. Надо. Эй! Я! Отлично. На! Так. Беги. Пошел вон.
Ты-то кто? Плохо дело. Замороженный, оглушен, да? Так, 4. Да ладно, блин. Сдохни. Ай. Ай-ай. Есть. Так, 2. На. Надо бы его отправить куда-нибудь. Черт. Не-не-не-не-не. Ай-яй. Что он делает? Ава. Главное вовремя уйти. Так. 8. Не дотягивается, да? Сколько мне надо ходить? 6, да? На-на! Собака выдержала. Блин. Так, что мы можем сделать? Этот догорает, а вот это надо бы чем-то жахнуть. Давай замороз. О. Пунк. Погасло. А, я же мог этот сделать, блин. Кого ты опять призываешь? Паука. У-у-у. Хорошо жахнуло. Уходи в тень. Съесть.
Так. В принципе, без разницы, да? Так, ты бы выжила бы. И он тоже отравлен, да? Хорошо. Давай сделаем красиво. Пуньк! На, ты залечили. Парц масло. Так, ты еще не готов, да? Сейчас мы наберем, потом разберемся, что нам из этого нужно, что нет. Тут еще вход вниз есть, давай офигели. А-а-а! Вода. Земля. Воздух. Огонь. Даже не знаю. Так, что мы нашли? Мы нашли точковый нож. Возможно, хороший, но слишком сильный, да? Ага. Что это? Круглый медальон. Ну, вроде прикольное. Так, лечение, конечно, хорошее. Давай тут тоже что-нибудь поешь. Да, я не понял, в чем прикол. Так, и что у нас тут есть? Я, конечно, понимаю, камера, ты хочешь показать мне красивые виды, но, блин, это капец неудобно. А чтоб тебя. Твой талисман готов? Стойте, зеркальное. Возможно, там должно быть огонь, воздух, земля, вода. Стоп. И куда я прусь? Что это? Интересно, знаете, кажется, здесь нужен круглый предмет. То есть он забрал медальон.
Так, то есть здесь есть какой-то тайник, где мне нужно, походу, два медальона, да? Блин, интересно. Надо одним сбегать туда, одним сбегать сюда. Это зеркальные пещеры. Давайте сначала пробовать зеркальное. Огонь. Воздух. Земля. Вода. А, стой, здесь свое, да? Так, стоп. Земля, вода, воздух, огонь. Земля, вода, воздух, огонь. Так, давай. Земля. Вода. Воздух. Что-то все странное. Тут же, да, где-то. Как все сложно-то, а? Бежите, нет? Блин, не здесь, а где? Вот. Какой-то должен быть здесь секрет. Опа. Да, смотрите-ка, все работает теперь. А это здесь теперь танк, да? То есть он призвал дождь, зачем? Хорош опас. Гениально. Я просто проверил. Давай, беги, беги. Жди, он сам подойдет. Так. Может, электрическое его жахнуть. Все, ждем. Капец, он поглощает. Так. Черт, плохо.
Почему так с ходами плохо-то? Что-то я себе намутил, да? Не могу. Что он делает? А, то есть у тебя весь план твой в этом? Серьезно? Вот ты косой, да? Щит от чего? От ветра. Да. Взрывная. От этого не увернешься. Что это такое? Шанс ослабления, шанс отравления. Давай, отравим. Получи по жбану. Так, все, ты догорай там, давай. Так, и здесь должен быть второй, да, среднее зелье. Квадратный медальон. Круглый квадрат. Вообще что-то еще взял, но я забыл, что. Да. Да, пожалуйста. Сколько они платят? Не, ну если прокат же должны за что-то платить. А, вот так, да? А что ты не сидишь с ней? Скажи, что ты хочешь, у них же машина будет закинуть, чё проблем. Не знаю, Наташка перестает говорить, надо, но как-то пока не говорит, чё. Я думал, загадки будут типа зеркальные, там сделай это, тут сделай это. Это собака, а там открыл. Мы разгадали какую-то загадку, били врагов.
Это я люблю. Вау. Давай сразу опознаем, что это 30-44. В принципе, бесполезная вещь в данном случае. Так, 27-45 мог. Почему-то он говорит это сильно. Не знаю. В зале вроде были, нет? Снаряжение. Надо понять, что это дает. Так, стоп. Тег-тип. Отлично. А, что дают воздушные тиски? Где это заклинание? Шанс наложить эффект слепота. 46 урон воздухом. Почему это я его не могу вызвать никогда? Ну, давай пока с тобой попользуемся. Ты пока выкинься. Так, забирай, опознай. Восприятие, не знаю, кому нужно. Забирай. Восприятие, походу, нужно вору, да? То есть, здесь восприятие, воровство здесь. Блин, классно. А, блин, еще монетки остались. Я, конечно, не жадный, но мне все нужно. Как говорится, удачно я набрал. Ух ты, чародейство. Не. О, чародейство у тебя, да? Так. Навыки. Чародейство, да. А, ну ладно. 15-15. Так, тут врагов же нету. Вроде и так убил опасных. Но в целом достойно, ничего не скажешь. По одной монетке это вообще ни о чем. Бедный здесь какой-то еврей был. Дар камня. Вы уже владеете цифрой. Надо продать. Так себе. Ну, в целом, как-то так. Чем мне дает этот квадрат медальон? А в целом-то ничего. Пусть валяется. Ну что ж, получается вот так вот. Мы раскрыли тайну пещер. А близнецов, или как там она называлась, я даже квесты эти не смотрю. Подземелье близнецы, капец тут квестов. Ладно, мы сейчас тут все затащим, потом будем смотреть, что мы можем выполнить. Да, было неожиданно встретить здесь врагов. Но получается, значит, мы правильно сделали последовательность. Сработал скрипт. Лучник был опаснее, чем этот танк. Танка вообще распинать как делать нечего. Вот, смотрите. Так, кто вызывает этих, мы так и не определили. Вот здесь орки. Вот здесь сейчас я еще пошарюсь. Возможно, мы что-то найдем. Возможно, здесь, возможно, не здесь. Ну, а пока всем хорошего настроения. Потому что бежать особо некуда. Всем пока.